В Переславле-Залесском больше 2000 человек вышли на пробежку. Один из этапов проекта «Бегом по Золотому кольцу» прошел в эти выходные. Участники преодолевали дистанции от 300 метров до 42 километров. Самый длинный маршрут прошел по берегу Плещеева озера. Забежали в гости и туристы. Представители 7 стран приняли участие в мероприятии. Также на месте расположились еще несколько интересных площадок, а специальную разминку для спортсменов проводила двукратная олимпийская чемпионка. Подробности расскажем уже в вечерних выпусках новостей. Не пропустите. В этом году бегу третий раз, всего пятый, наверное. В том году первый раз начал бегать. Бегу 21 километр, полумарафон для души. Вы можете участвовать только в своем городе, а можете попутешествовать по Золотому кольцу, конечно же. Обязательно советую посетить наше сердце, вообще проект, это Ярославский полумарафон. Ну, конечно, встретиться всем на финишном старте в Москве 6 октября.